сейчас нахожусь в храме Святого Петра. И прямо сейчас здесь идет служба. И в этот момент я хочу молиться за Украину. Чтобы в Украине произошло чудо. Произошло чудо. И чтобы корни войны, они уже поражены. И чтобы они были вырваны полностью. И прямо сейчас я молюсь, дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я молю Тебя за Украину, за украинский народ. Я прошу Тебя, сверши Твое чудо, сверши Твое чудо. Пусть придет от Тебя мир, пусть придет от Тебя избавление, пусть придет от Тебя победа. Пусть придет от Тебя, Господи, остановка всей войны, Боже. Пусть придет от Тебя избавление небес. Я прошу Тебя, Господь, за каждого человека, которому сейчас очень больно, очень тяжело, за каждого раненого. Я прошу Тебя за каждого, кто потерял близких. Я умоляю Тебя, Господи, помоги им сейчас. О, Боже, Дух Святой, коснись их своим утешением, Боже. Прошу Тебя, умоляю Тебя, помилуй их, исцели тех, кто сильно ранен, исцели тех, кто сегодня лежит в больницах безнадежных, под аппаратами, исцели, дай им жизнь, Господи, помилуй, храни тех, Господи, кто сейчас на этой войне. Храни их, Боже, я молю Тебя. Всех храни, Боже. Мы все, Господи, мы все являемся людьми Твоими. Поэтому сохрани, Господь, всех абсолютно. Останови эту войну. И те, кто потеряли близких, Боже, Ты помилуй, Боже, Ты приди сейчас на помощь. Кроме Тебя, великого Бога, никто никогда не может дать утешение и избавление. Боже, помоги, Боже, помоги, Боже, помоги. Друзья, прямо сейчас, в этот момент я молюсь за Украину. И я молюсь за каждого, кто потерял близких. Вы знаете, когда-то был момент, и моя мама ушла на небо. Это был 2005 год. 3 года я страдал, 3 года мне снился сон, что моя мама умерла. Я просыпался в холодном поту и думал, Боже, это сон. Но через несколько секунд я понимал, что она в самом деле умерла. И пока я не воззвал к Богу, пока я не стал умолять Его, чтобы Он меня избавил от этой душевной боли, ничего не проходило. 3 года я промучился. И только когда я воззвал к Нему, Бог избавил и утешил меня. И Он мне дал этот мир, дал мне это понимание, что я встречусь со своей мамой, что мы будем вместе на небесах вечно. И я хочу сейчас сказать каждому, кто потерял близких, вы должны знать, что кроме Бога никто не даст вам утешения. Только Бог. Только Он. И вы должны знать, что придет момент, когда вы встретитесь со своими близкими, которых вы потеряли. Пусть свершится чудо. В вашем сердце прямо сейчас я молюсь, пусть Бог даст мир. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Я молюсь за тех, у кого сегодня разрывается душа, кто потерял смысл жизни из-за того, что потерял своего близкого человека. И я молюсь сейчас и говорю, Дух Святой, коснись, исцели душу. Исцели душу, исцели душу, исцели душу, исцели душу. Прямо сейчас исцели душу во имя Господа Иисуса Христа, который умер за нас, который пролил кровь за нас. Прямо сейчас, Отец, умоляю Тебя, Дух Святой, Ты утешитель, утешь каждого. И те, кто лежат в больнице, и те, кто ранены, помилуй, Боже, помилуй, помилуй, помилуй. Помилуй тех, которым делают операции. Боже, я прошу, помилуй. Благослови руки врачей, хирургов. Благослови, Господи. Пусть творятся чудеса под их руками, Боже. Пусть свершается невозможное. Я молю Тебя, великий Бог. Я прошу Тебя. Я прошу Тебя о каждом беженце, который сейчас просто внутри потерян. Кто потерял все. Кто потерял свой дом. Кто потерял вообще все, что имел. Я молюсь, Господи, сейчас дай Твое утешение и дай Твое благословение, Боже. И я говорю каждому,
Знайте, Бог зло обернет в добро, если вы будете уповать на Бога. Уповайте на Него. 36 Псалом говорит: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». И пусть это произойдет с тобою. Пусть это произойдет с тобой. Пусть Он совершит. Пусть будет чудо. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прими эти слова. Прими эти слова. Прими эти слова. Еще немного. Еще немного. И ты увидишь, как Бог начнет все менять. Как Бог начнет все менять. И все произойдет во имя Иисуса Христа. Аминь.